Очень тяжелый матч, очень тяжелые погодные условия. Первый тайм было играть очень тяжело, потому что ветер просто сдувал мяч, и плюс солнце еще, поэтому очень тяжело было. Ну, такой переломный момент был, когда Паша пенальти отбил, вот, и мне кажется, это придало нам сил, и хорошо, что смогли забить и удержать счет. Наигрывали на тренировках, это поэтому хорошо, что прошло, потом второй такой же практически момент был, вот, поэтому, ну, наигрывали, и поэтому и забил. Они больше все-таки атаковали, и у нас было больше предпосылок для контратак. И у них линия защиты была достаточно высоко стояла, и поэтому им приходилось фалить как-то, чтобы не получить мяч за спину. Вот. Поэтому ничего не могу сказать, это футбол. И, ну, фалили, получали желтые за это. Конечно, сейчас очень рады, что смогли победить, потому что, ну, позиция в таблице, конечно, была, ну, так сказать, не та, которую мы хотели бы видеть, и очень хотели выиграть, и в перерыве были все максимально заряжены, чтобы не упустить эту победу, потому что если вспомнить, в прошлом туре тоже в перерыв ходили, ведя в счете, и потом пропустили гол, поэтому тут уже хотели, ну, уже не упустить этот шанс.